רוצה להודות עבור תפילות ותמיכה שנתתם לי ולנינה ולשלושה ילדים שלנו על הנסיעה שלנו בפינלנד. Я хочу поблагодарить за молитвенную поддержку, которую вы оказывали мне, Нине и нашим троим детям, когда мы были в Финляндии. זה היה קומבינציה של חופשה שהיינו זקוקים בזה מאוד מאוד מאוד. Это была комбинация отпуска, в котором мы очень нуждались. אבל גם היה לנו הזדמנות לשרת הרבה פעמים. Но также у нас было очень много возможностей послужить. ואני עוד מעט רוצה לחלק על מה שלימדתי בפינלנד. Я хочу поделиться с вами тем, чем я учил также в Финляндии. בעוד כמה דקות. Через несколько минут мы начнем. אבל קודם רוצה להגיד שבדרך כלל כשאני נוסע לחוץ לארץ. Но сначала хочу сказать, что обычно, когда я выезжаю за границу. בשבילי זה עבודה קשה. Для меня это очень тяжелая работа. כי בתוך 10-12 יום אני צריך להחליף. לא יודע, לפעמים 7-8 מקומות. Потому что где-то за 10-дневную поездку мне приходится переезжать 6 или 7 раз в разные места. וזה לא תמיד קל, אנשים חדשים, קהילות חדשות, את כל הלימודים בשפה שאני לא כל כך רגיל אליה. И это очень нелегко, это новые общины, новые люди, это язык, который для меня не родной. וכל הקומוניקציה הזאת, זה מוציא מלא כוח. И вся эта коммуникация требует очень много сил. И слава Богу, Господь благословил нас, несмотря на то, что поездки с остановками в Истамбуле не были простыми. Нюансы, ковцим, что-то лоципита. Из-за короны, из-за балагана очень много нюансов в Финляндии, которые мы не ожидали. Туда лельше Элихен и Яира Юитану, а за ими хлифу миспар памим квусот иштахвая каха, за я браха гдола. И слава Богу, что Элихен и Яир были с нами, они также несколько раз участвовали в группе прославления, это было очень хорошо. Поэтому мы хлифу это квусот шехалу, шемишело яхал. Они заменяли тех, которые болели или кто-то не мог. Вы они осите шам семинары. Я там делал семинары. В семинары мою альнусе шело якашур легамр лекиила шелану. И семинары были на тему, которые совершенно не связаны с нашей общиной. Они не были связаны с фондрейзингом для служений, которые мы производим здесь. Но я очень чувствовал, что мне нужно говорить про репатриацию. И я хочу с вами поделиться такими же вещами. И я батуах барама казу ахерет и еле кулам издамнут ли дабер аль нусе. И я уверен, что в том или ином смысле у всех будет возможность говорить про, на эти темы. И написано в Иеремии 16 главе. Иеремия 16 глава, 14-15 стихи. Шам катув. Написано. ואתם תשכחו זמן שלקחתי אתכם מארץ מצרים. И уже не будут вспоминать то время, когда я вывел народ свой из земли египетской. ותזכרו זמן שלקחתי אתכם מארץ צפונה. И будут говорить про то время, когда я вывел вас из земли северной. אם אתם פותחים סידור יהודי. Если вы открываете еврейский сидур. אז יש שם בכל תפילה הזכרה תודה לך. Авину, шелакахта отану мерец Мицраим. В каждом, практически в каждой молитве в Сидуре есть благодарение, напоминание, благословен Господь, который вывел нас из земли египетской, из дома рабства. Умнам зот невуа умерет. И несмотря на то, что пророчество говорит, шебейхад миазманим, Хашпашил алия меерец фона еютер хазака афилу. В одно будет время, когда репатриация из земли северной будет даже намного более великой, чем из Египта. Ванахну рубейну тоца шла даваразе. И мы здесь в этой общине в основном результат именно этой репатриации. Шианахну яцану ле меерец фона. Когда мы вышли из земли северной. Мебрита муацот шла авар. Из бывшего Советского Союза. Ваю
מספר שלנו היו מאמינים, מספר לא מאמינים, אלוהים יודע לדבר גם למאמינים ולא למאמינים. Некоторые были верующие, некоторые были неверующие. Бог может проговорить как верующим, так и к неверующим. אבל מה שמאוד מעניין, но что интересно, לפני 30 שנה, где-то больше, чем 30 лет назад, דווקא מאמינים מפינלנד, именно верующие из Финляндии, לא רק מפינלנד, אבל מפינלנד במיוחד, не только с Финляндии, но особенно с Финляндии, היו מאוד אקטיביים בברית המועצות של העבר, очень активно принимали участие в бывшем Советском Союзе, ולא פסטורים, אנשים פשוטים, и не только пасторы, а обычные верующие, והם היו באים והיו מדברים על שני נושאים, они говорили на две темы, а צריך להיוושע, что, во-первых, нужно получить спасение, а во-вторых, что евреи должны вернуться в обетованную землю. Я не знаю, как вы, но я точно знаю, что это очень сильно повлияло. И 1.5 миллиона יהודים דוברי רוסית זה פרי של העבודה של האנשים האלה. Русскоговорящих евреев это плод работы этих людей. אז העלייה הזאת שקרתה לפני 30-25 שנה השפיעה על ישראל כל כך חזק. Эта репатриация, которая произошла 30-25 лет назад, очень сильно повлияла на Израиль. היום בארץ שלנו 25% מדברים רוסית. Сегодня в Израиле 25% говорят на русском. ומתוך מאמינים, גוף המשיח, אלה שנושאים ויודעים את ישוע, и те, которые верующие, тело Мессии, те, которые верят в Иешуа, их где-то от 60-70% русскоговорящих. И русскоговорящие евреи во всех сферах общества Израиля. Очень активны. И имеют особое влияние. Но אם אתם עוקבים אחרי מה שקורה ברוסיה ובאוקראינה, если вы следите за тем, что сейчас происходит в России и в Украине, על זה אני דיברתי שם בפינלנד, я говорил об этом в Финляндии, אז יש באוקראינה כ400,000 איש שיש להם זכות לעלות לישראל. В Украине сейчас где-то есть 400 тысяч имеющих право на репатриацию. ואומנם שעכשיו בעולם כמעט 15% מכל האוקראינים הם פליטים, и несмотря на то, что 15% украинцев, вернее, имеющих украинское гражданство, сейчас находятся в статусе беженцев, זה 10 миллион איש. Это где-то 10 миллионов человек. ופחות או יותר 400,000 איש יכולים לעלות לארץ, и примерно 400 тысяч могут, имеют право репатриироваться, רק 15,000 עלו לישראל, пока только в результате войны 15 тысяч репатриировали, ויש סיבות שונות לזה, и есть разные причины для этого. נקודה ראשונה, שתיקה של מאמינים. Первая причина – это то, что верующие молчат. Не как тогда, 30 лет назад, финны, американцы, немцы, поляки, которые приезжали на территорию бывшего Советского Союза и всячески приветствовали репатриацию. Последние 10 лет верующие христиане молчат. А во-вторых, я думаю, что это духовная вещь. Это как какая-то пробка. И эта пробка может высвободиться только от деятельности верующих. ולדיבור עם האנשים על צורך של עלייה. И я там, в Финляндии, пытался воодушевить верующих к молитве и к разговору про необходимость репатриации. ואני לא יודע איך להסביר את זה. Я не знаю, как это объяснить. אבל פידבק רוחני אנחנו, אני ונינה מרגישים אפילו עכשיו. Но духовный ответ, отзыв, мы получаем, по крайней мере, я и Нина, мы уже чувствуем прямо сейчас. Я, например, чувствую, что против нас лично происходит война.
ואני חושב שזה תגובה על כל התערבות הרוחנית הזאת. Я думаю, что это реакция на это духовное вмешательство. אני רוצה לעודד אנשים בתוך קהילה שלנו שמתפללים. Я хочу воодушевить в нашей общине людей, которые молятся. להתפלל עבור עלייה. Молиться за Алию. שאלוהים יפתח דלת. Чтобы Бог открыл дверь. אפילו שם של הקהילה שלנו, שבי ציון. Даже название нашей общины, возвращенные на Сион. ואני מבקש, כשאתם כותבים מכתב, תפילה, אירינה אליינה או אחרים, תכניסו שם נקודה. אנחנו מתפללים שאלוהים יפתח הזדמנות לדוברי רוסית לחזור לישראל. Я молюсь, я просто сейчас прошу Иру, Ильину и тех, которые готовят молитвенные нужды, включите туда вопрос про репатриацию. Ну, וחוץ מזה, הפינים מאוד מאוד נחמדים כאנשים. И кроме этого, в принципе, финны очень приятные люди сами по себе. מלא אנשים זוכרים ביקור של דימה, מתי היית שם? אולי 7 שנים לפני, נכון? Очень многие помнят визит Димы. Дима, когда ты там был? וגם וקיף מקהילה שלנו בנצרת עילית. И также Вакиф с нашей общины в Назарете. Могу сказать точно, что есть люди, которые молятся за нас. Неделю назад здесь были группа из китайцев из Америки, которые тоже молятся за нас. במקום מאוד מיוחד סטרטגי. Вы знаете, что мы находимся в очень особенном стратегическом месте. ומתפללים עבורנו. И за нас молятся. אבל גם אנחנו צריכים להיות בדבר אדוני ובתפילה. Но также и мы должны пребывать в Божьем слове и в молитве. Окей. עכשיו אני רוצה לעבור למסר. Я хочу перейти к проповеди. ואם אתם זוכרים, לפני שנסעתי לפינלנד, דיברתי על שיפור אופי. Если вы помните, то когда я, перед тем, как я поехал в Финляндию, я говорил об улучшении характера. ואמרתי שאם האמונה שלנו לא מביאה פרי בתוך האופי שלנו, הכל סתם, שב. Я говорил о том, что если наша вера не меняет в лучшую сторону наш характер, то это все ерунда. אתם יכולים להיות 10 פעמים לכתוב ולשים דיפלומה על הקיר, אני מאמין, אתה PhD בדבר אדוני, זה הכל שטויות. אם אין שינוי בלב, שאר הדברים הם שטויות. Вы можете 10 дипломов повесить на стену, включая дипломы, доктораты, богословия или что-то в этом роде, но если ваш характер не меняется, то это все ерунда. ועכשיו, כשאנחנו במהירה מתקרבים לחגי ישראל, או חגי אדוני של הסתיו, של ראש השנה ויום כיפור וסוכות, מאוד חשוב לחשוב איפה אני צריך להשתנות. А сейчас, когда мы приближаемся к особенному периоду, который происходит каждый год в Израиле, это праздники Тишрей и Рош ха-Шана, Йом-Кипур и Суккот, каждый должен вдвойне думать о том, как я могу измениться. И мы должны помнить, что это праздники и покаяние. Что-то, что задействует нашу душу. Это что-то, что показывает нам в зеркале. И мы можем смотреть на себя и чувствовать, насколько мы нуждаемся в изменении. И аз басов анахну нихнасим лисука ве хогигим. И потом мы заходим в Сукку, и мы празднуем, что вот да, мы пришли к определенному периоду. А те, которые любят духовные вещи, Суккот — это наша награда. Гмуль, кше мидаберет баофен נבואי על ביאת המשיח. Награда, когда пророческим образом мы говорим про пришествие Мессии. על תיקון של הכל. Об исправлении всего. על ישועה גלובלית. О глобальном спасении. על משהו שזה לא רק אתה אישית מול אלוהים. О чем-то, что не просто
ты и лично перед Богом. Но когда Бог заходит в историю человечества и стирает грех, и приносит спасение, и воцаряет Иешуа на троне славы. אז לפני פינלנד אני דיברתי על דבר לא נחמד שנקרא רכילות. До Финляндии я говорил про очень неприятное явление, которое называется сплетни. מי זוכר את המסר הזה? Кто помнит эту проповедь? אני דיברתי על רכילות, ובעברית רכילות גם קשור למצורה. Я говорил про сплетни или про злой язык, и на иврите злой язык связан с проказой. אז רחילות זה ממש קשור למצורה. Сплетни связаны с проказой. וזה בתורה. И это в Торе. ואפילו מצורה בעברית זה מוציא לשון רע. Если мы разберем слово проказа в переводе с иврита, то дословно это будет означать произносящие злые слова. ואני דיברתי לפני נסיעה לפינלנד על זה לא כתיאוריה. И я до поездки в Финляндию говорил об этом не в теории. Или אמרתי שאני פתאום שומע בקהילת שבי ציון גדילת רכילות. Но я услышал, что в общине Шавей Цион просто нарастающим темпом у нас происходят сплетни. Потом אנשים מתחילים שו-שו-שו, שו-שו-שו. Вдруг начинают шептаться по углам. וזה לא בריא. Это очень нездоровая ситуация. כי רואה קהילה הרגשתי וראיתי אור אדום, אמרתי אני חייב לדבר על זה. Как лидер общины я увидел такую красную лампочку и сказал, все, я должен говорить об этом. ובהתחלה אני מדבר מבמה. И вначале я говорю со сцены. אבל אם לא שומעים, אני יכול לדבר גם ארבע עיניים. А если меня не слышат, то я говорю с глазу на глаз. ואם לא שומעים, אז אני מביא את הזקן קהילה כמו שכתוב, ואנחנו מדברים שישה עיניים ביחד. А если меня не слышат с глазу на глаз, то я привожу старейшину общину, и мы говорим вдвоем с этим человеком. אז אני פשוט מבקש. Я прошу, שאלה שמרגישים עכשיו שאני מדבר אליך. Те, которые чувствуют, что я да говорю к вам. אני מאוד רציני על העניין הזה. Я очень серьезно отношусь к этому вопросу. אני לא רוצה שהמצורה רוחנית יתפשט כאן. Я не хочу, чтобы духовная проказа здесь распространилась. ואני אז למדתי שהרכילות המקורו. И я учил то, что источник проказа, источник сплетен. Есть הרבה דברים, אבל ארבע אולי בסיסיים. Есть где-то четыре основных источника сплетен. ראשון זה לב לא נרפא. Первое – это неисцеленное сердце. Я здесь должен сказать, если вы являетесь несколько лет верующим, и если вы не позволили до сих пор Иешуа прикоснуться к вашему сердцу, и отпустить и то, что у вас лежит на сердце и находится в устах, очень важно, чтобы вы поторопились это сделать. Никуда ж не я, что рехилют кофецет. Второй пункт, почему возрастают сплетни. Зе хоссер авана. Это непонимание. А наши мула людим машу. Возможно, люди чего-то не знают. А зе горем ле итпарцут шела рехилют. И это приводит к взрыву сплетен. А телефон шели немца баквуцат байт в куле ба мишартим ба במשרתי שבי ציון. אם יש לכם שאלות, תשאלו אותי ישר. У всех есть мой телефон. Мой телефон вы можете увидеть в группе Мишартей Шавей Цион в WhatsApp. И если у вас есть вопросы, обратитесь ко мне лично. Никуда нусефет лама ковцим дворим кмо рехилут. Еще один пункт, почему возникают сплетни. Зе типшут. Это глупость. Ве... כתבי קודש מדברים מאוד דייקני, מדויק, מה זה טיפש. И священные писания говорят очень ясно и точно, что такое глупость. ואני פשוט רוצה להגיד, я хочу сказать, להיות טיפש, что быть глупцом, זה לא טוב, это нехорошо. אבל ניתן לשנות את זה. Но это можно исправить. אתם זוכרים, יש משל,
Есть такая притча. Иешуа медабер аль зера, о двор Адонай, шенизрам беколь сугей шела адама. Иешуа говорит про зерно, которое было посеяно на разных видах почвы. Аз еш адама ратува, веа... Два радуна и пошут нимхакшам. Есть бесплодная почва и посеянное слово не дает там никакого плода. Есть адама явиша. Есть сухая почва. Вешамгам два радуна и озера Элохим мета. И там тоже нет корня, и, вернее, корень не берется. Вы помните, да, эту притчу? И в чем смысл этой притчи? Это не то, что кого-то мы можем назвать, вот ты плохая почва, и у тебя нет шанса. Смысл этой притчи, которую говорит Иешуа, это то же самое, как в свое время Бог говорит с Моше. ואתם זוכרים, משה אומר לאלוהים, אני, אל תשלח אותי, אני לא יכול לדבר, אני מגמגם. И помните, Моше в свое время сказал, Господь, не посылай меня, я косноязычен. אז אלוהים אמר, מי נותן לבן אדם שפתיים ויכולת לדבר? И тогда Бог сказал, кто сотворил уста и кто дал человеку способность говорить? אם אתה מרגיש שאתה טיפש, если ты чувствуешь, что ты глуп, извиняюсь, но это некогда происходит. Они, помимо работ, маргиш от СМИ, что они типеш. Я тоже иногда себя, очень часто чувствую себя глупцом. А за ним пошут митпалель ваумер Элохим, пошут терапевти, тен ли хохма шелха. И я тогда просто склоняюсь перед Богом, и я молюсь, Господь, исцели меня и дай мне Твою мудрость. От сибали рахилут. Еще одна причина для сплетен — это зависть. И об этом я хочу поговорить побольше сейчас. Кина. Зависть. Не желай не того, что есть у ближнего твоего. Есть такое слово на иврите. В иврит, в айнианим аэле, шекшурим ле офис шелану, зе сафа меод-меод аширя. И все, что касается черт характера, иврит очень обширный и смысловой, имеет значение. И есть разные слова, которые говорят о том же, но с разных точек зрения. Мы сейчас поговорим про зависть. Пожалуйста, не обижайтесь. Мы сейчас перед Рош Ашана. И мы перед Днем Искупления. И я имею в виду каждое слово, которое я произнесу. А сегодня у нас еще и вечеря Господня. И я хочу, чтобы вы меня услышали. И в Торе написано в Исходе и в 17 главе: «Аль тахмод байт реэха». Не желай дома ближнего твоего. «Веаль тахмод иша шел реэха». И не желай жены ближнего твоего. «Веэвет шел реэха». И раба ближнего твоего, и машину ближнего твоего, и часы ближнего твоего, и телефон ближнего твоего. Не желай. Не желай. Это одна из заповедей. Абасис. Это основа, база нашего характера. И я хочу сейчас поговорить про несколько мест из священных писаний, которые говорят о том же, но с другой точки зрения. Коэлет. Это Екклесиаст. Екклесиаст 4:4. «Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть. Это суета и томление духа. Глупый сидит, сложив руки свои, и съедает плоть свою». Я еще раз хочу, чтобы вы открыли Екклесиаст. Абигаль, туда, шат.
Спасибо, Авигаль, что нам легкую работу делаешь. Экклесиаст 4, 5 и 6. Ласбир мами дубар кан. Я хочу вам объяснить, о чем здесь говорится. Ани азбир. Бен адам эхад. Один человек. Овед каше. Работает тяжело. Ве маалеле риск эт маше уирвиах. И рискует тем, что он заработал. О уломет каше. Или он тяжело учится. Ве адайн машкия бериск аколь. И также вклад рискует своим имуществом. Но также он ищет Бога. И он от этого получает благословение. И это благословение он получает в сердце, в голове и также в финансах. Или в его имуществе. А кто-то другой. Есть такое выражение «сидеть на руках». Что значит «сидеть на руках»? Или человек ленивый. Или сильно боится. Боится рисковать тем, что у него есть. Но вдруг он видит успех другого человека, и у него в сердце возникает зависть. Тот, кто 10-15 лет вложился в то, чтобы учиться, и свою душу вложил в это время, или кто-то как осел работал для того, чтобы сохранить что-то, а потом начать что-то другое. И иногда рисковал потерять все, потому что не всегда преуспевает любой бизнес. Так ему он заслужил это благословение. И Миша пошут мистакель ве омер, о, они ле казе мазальчик. А кто-то, который сидит на своей пятой точке, говорит, не такой я успешный человек. Это проблема. И написано. Я хочу прочитать из 1 Петра 2.1.2. Зависть убирается... Итак, отложи всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко. Здесь написано, если вы родились заново, уберите от себя все плохое, особенно зависть. И углубитесь в Божье Слово. Когда я читаю эти места Писания, я слышу такое, читай мое Слово, и твоя зависть просто улетучится. От Давар Яков. Еще кое-что, Яков. Послание Иакова 3:16. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Тут написано, что человек, который завидует, когда зависть просто захватила все его сердце, в конце концов оказывается в очень плохом месте. Помните рассказ Пушкина? Сказка про золотую рыбку. Помните? Эта бабушка была чересчур завистливая. И в конце концов она осталась у своего разбитого корыта. В притчах в 14 главе
написано, эфо ешь кина, там, где есть зависть, ешь байот и мацамот. Есть зависть, она дает гниль в костях. Аз кмоше рахилют. И как сплетни. Пашут мадбиким отану бемецура руханит. Заражают нас духовной проказой. Ха, кина. Также и зависть. Яхула ли гром ли байот има ацамот шелану. Может дать нам болезнь наших костей. Има праким шелану. И суставов. Это не означает, что если у тебя есть такая проблема, то ты точно завистник. Но нужно себя проверять. Я хочу сказать вам всем, люди, это очень-очень плохая вещь. И Новый Завет силой Мессии дает нам исцеление. Если мы смотрим на слова Шауля, в Римлянам, в 7 главе, 24-25 стих написано, «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего, Ишуа Мессии, Господом нашим». Аскилу омер, о, они бы надам искен. Он говорит, бедный я человек. Они кен мизе бетохи ледугма кина. Я, например, могу заметить в себе зависть. Ульмани холосот им за, они бы надам халаш. Но что мне с этим делать? Я слабый, бедный человек. Они бы надам хоте. Я грешник. Зе маше Шауль умер. Это то, что Шауль говорит здесь. Валехарей умикабель. Но потом он получает откровение от Святого Духа. И он кричит. Аллилуйя! Слава Богу! В Мессии у меня есть исцеление. Если мы продолжаем читать, в 8 главе во 2 стихе написано, закон Духа жизни в Мессии освободил меня от закона греха и смерти. Что это значит? Жертва Мессии. Если мы верующие, это не только для нашего вечного спасения. Это также для исцеления нашего характера. Потому что мы этому миру хотим показать плод жертвы Мессии. И Шауль говорит, сила жертвы и сила воскресения из мертвых дает мне победу над грехом. В еврейской перспективе, когда мы говорим о чем-то плохом внутри нас, есть такое выражение, те, которые живут в Израиле, слышали точно про злой корень. Про злой корень и добрый корень внутри нас. Это совершенно библейская основа. Это не что-то, что было придумано. Это для того, чтобы мы внутри себя решили, что мы будем противостоять злу и будем идти в добром направлении. И говорят так. Если у тебя есть зависть, если ты чувствуешь, что ты стал настоящим завистником, очень важно подумать и признать это и найти противоположное зависти. Что противоположное зависти? Кто-то может мне сказать? Сострадание. Окей, а вальзе любит юг химла.
אני רוצה לתת לכם עזרה. Я хочу дать вам помощь. אם בן אדם מזהה בתוכו חמדנות, если человек чувствует в себе зависть, אז יש שני תחליפים לזה. Есть два заменяющих этого. שאתה מתמקד ואתה רוצה ללמוד מבן אדם בשביל להשיג משהו ששייך לך, לא בדיוק מה שיש לו, אבל אתה לומד מהיוזמות שלו, אתה לוקח את זה כדוגמה לעצמך. Во-первых, когда ты не желаешь того, что есть у него, но ты можешь принять решение учиться от этого человека и пытаться просто достичь того, не того, что, а в хорошем смысле научиться от того, от его хорошего примера. Они те нахем дугма. Я приведу вам пример. Шамати те дугма ми мадрих таярут ихад. Я услышал пример от одного туристического гида. Он говорит, один раз он вел тур для группы из России. И они здесь в Израиле едут. Он говорит, здесь находится кибуц. И здесь три раза в год собирают урожай. Есть халавы, есть пирот, есть яракот, есть авокадо, а коль есть. И овощи, и фрукты, и авокадо, и молочные продукты, все-все есть. Афилу горбуша есть там, в икра шхура. Даже есть осетрина и черная икра. Эм мамшихим линсоа кадима. И они продолжают ехать вперед. Ве уврим по баматам. Это хай-тек шелану. И проезжают матам и смотрят на нашу, на наш хай-тек. Ве умрим, кане маверим ютер кесев. Ме эзишу маком беруся, лойде, изоршел, лойде, Саратов. Тут, говорит, крутится больше денег, чем в одном из крупнейших городов России. Регионов России. Регионов России. Эм амшихим кадима. Продолжают вперед. Ве умер, кан усим зе ве зе. И говорит, здесь производят это и это. Ве ахарей бахур эхад ми аутобус умер. А потом один парень с автобуса говорит. Изе баса. Вот какая, вот жалко. Элохим нотен лемишу аколь, ве лемишу ло нотен клюм. Одним Бог дает все, а другим ничего. Атем авиним это никуда. Понимаете, да? Израиль и Россия. אנחנו קטנים מרגיון קטנצ'יק ברוסיה. Мы меньше, чем маленькая российская область. יש להם גז וכל הדברים טובים שאנחנו אפילו לא חולמים על זה. У них есть нефть, газ и все, о чем мы даже и мечтать не можем. אבל קינה. Но зависть. יכולה לשבש את ראש של בן אדם. Может просто затуманить голову человека. אם אתה מרגיש, אם אתה מתאר בתוך עצמך שאתה בן אדם מקנה, если ты в себе замечаешь, что ты завистник, אז תסתכל על מישהו, посмотри на кого-то, כעל דוגמה להשיג, как, например, что-то достигнуть. לעבוד קשה. Усерднее работать. או להיות בן אדם עם ריסק. Или больше рисковать. ו... לך תדע. И вот иди и посмотри. יש עוד פתרון נוסף. Есть еще один пример, еще одно решение. ברית החדשה אומרת. Новый Завет говорит нам. תהיו, שיהיה לכם לב שמח. Пусть у вас будет радостное сердце. בכל מצב של חיים. В любом состоянии вашей жизни. אז אם פתאום אתה אומר, אוקיי, אין לי יכולות של בן אדם הזה. И может ты говоришь, у меня нет возможности, способности того человека. Но я буду радоваться в том, чем Бог благословил меня. И вдруг ты чувствуешь, что это зависть и все его горькие корни выходят, и ты наполняешься и радостью Бога. Есть труфа. במשיח. Есть исцеление и лекарство в Мессии. Алейну лихапес это чувот. А нам нужно искать ответы. Везе ло рак кашур лихамданут. Это не только связано с завистью. Зе дварим кшурим ле коль миней байот шел ха-офи шелану. Это связано с другими проблемами нашего характера. Ве брит ха-хадаша
И Новый Завет хочет дать нам исцеление, освобождение. Это то, чем хотел я поделиться с вами сегодня. Я хочу завершить молитвой. И мы перейдем к вечере Господней. Рами, אם אתה יכול לנגן לנו קצת? אבינו שבשמיים, Отец наш небесный, אני מתפלל שרוח הקודש תמשיך לעבוד בקרבנו. Я молю, чтобы Дух Святой продолжал работать среди нас. ואנחנו יודעים שאתה, רק אתה מביא אותנו לחזרה בתשובה. И мы знаем, что только ты можешь дать нам истинное покаяние. Адам бы עצמו לא יכול לעשות את זה. Сам человек не может это сделать. אבל אתה יכול. Но ты можешь. אני מתפלל אבא. Я молюсь, Отец. שאתה תעבוד בקרבנו עכשיו. Чтобы ты работал среди нас сейчас. תעשה ניקיון פנימי. И сделай нам, очисти нас внутри. אני מתפלל על זה. Я молюсь об этом. ואני מתפלל על אלה שעיוורים או חירשים. Я молюсь за слепых или за глухих. שאולי לא שמעו. Которые, возможно, не услышали меня, хотя я очень ясно говорил. Ты сам проговори к ним. С твоей милостью. И дай нам здесь, в нашей общине, идти с чистым сердцем и наполняться плодами Духа. Я молюсь, что ты поможешь нам укрепиться. Я молюсь, чтобы ты дал нам укрепиться в нашем откровении с Иешуа. И как учит нас Новый Завет, быть приятным благоуханием для людей вокруг нас. Я уже сказал, что в пророческом смысле праздник Суккот — это то время, когда вернется наш Мессия, когда Бог изменит внешность всей земли. И наша часть в этом действии — это сохранять праведное хождение пред тобой. И чтобы Бог помог нам в этом. Во имя Иешуа Мессии. Аминь.